Друзья, привет! Двигаюсь по мосту на Энгельс в Саратовской области. Скорость землеобетованная и отметка в 5000 километров. А соответственно еще один отбор проб масломоторного с добавкой Рутек. Следите за новостями, а пока что вам вот таких вот красот. Итак, друзья, наше путешествие Рутек 5500 подходит к концу. Мы проехали Самару, Волгоград, Элисту, Приэльбрусье. Далее через перевал Майкоп, Туапсе мы доехали до Черноморского побережья, проехали его почти полностью, посетили горную Абхазию. И одометр автомобиля перешагнул контрольную точку 5000 километров. Настало время брать очередную пробу масла из двигателя. Машина показала себя очень хорошо. Осталось только лишь в лабораторных условиях посмотреть, как повело себя масло, а главное получить результаты, как добавка Рутек повлияла на моторное масло. Вынимаем щуп, заодно проверю, что там с цветом масла. Масло потемнело относительно прошлого отбора проб. Стараюсь торопиться, так как на улице всего лишь 5 градусов и достаточно свежо. Подключаем вакуумный насос, делаем черновой отбор для того, чтобы прочистить шланги. Адептом экологической темы, еще раз напомню, что все материалы будут сданы в переработку. Протираем начисто стаканчик. Из ощущений могу только лишь сказать, что масло как будто бы более жидкое, чем без добавки Рутек. Есть вторая проба, запечатываем, ее мы промаркируем как 2R, то есть вторая проба с добавкой Рутек. Так, друзья, благодаря этой автоэкспедиции у нас есть 5 образцов отборов масла. Первый базовый чистое масло 5W40. Два образца взяты на пробеге 1000 км и 2500 км без добавки Рутек. Два других взяты также на пробеге 1000 км и 2500 км после полной замены масла. Но уже с добавкой спутник автотуриста от компании Рутек. А теперь, друзья, все эти образцы поедут в независимую лабораторию в город Екатеринбург. И нам будет предоставлен полный отчет, благодаря которому мы вместе с вами узнаем, как влияет противоизносная антифрикционная добавка спутник автотуриста от компании Рутек на дизельный двигатель объемом 2.5 Nissan Pathfinder. И чтобы не пропустить эту уникальную информацию, подпишись на канал, поставь лайк этому видео, не болей. Пока! Это мое финальное видео из этого автопробега Рутек 5500. И в связи с этим я хочу запустить конкурс для самых внимательных. Так, вопрос, почему все мои измерения, замеры, пробы и так далее были, в принципе, закончены на 5000 километров? И по факту автопробег закончен. Но почему он называется все-таки Рутек 5500? Пишите в комментарии. Самый первый правильный ответ получит приз от меня. И доставлен он будет за мой счет, естественно. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте, следите за моими перемещениями, всеми движниками. Пока. Собаки лают, караван идет. И провокация тут не пройдет. Собаки лают, а мне пофиг дым. Настало время брать очередную пробу масла. Время брать очередную пробу, блин, из двигателя. В чем проблема сказать? Потому что настало время брать очередную пробу масла из двигателя. Потому что настало очередное... Давай заново, пожалуйста.